Всех приветствую на канале Клетка. У нас сегодня необычный видеоурок. Я в инстаграме в сторис скинул, как я собирал эту грушу из колес. Вот, и меня просили заснять видео. Вот я снимаю и сейчас выложу. Итак, давайте, что мы используем? У нас есть 4 колеса, радиус 16. Между соединяя колеса болт 8 на 40. Гайкой. Их у нас болтов 24 штуки. Потом шайба должна быть такая широкая, 10 на 30. Их у нас 24, с болта 48 плюс болт крепеж петля, так он называется, я ему просто говорю, чтобы люди сразу и поняли, что идти брать. Их у нас 4 штуки, но на самом деле можем, мы подумали, да, можно сделать и 8, да, чтобы меньше давления здесь было. Но обязательно здесь шайба маленькая, да, но снизу обязательно под низом здесь шайба должна быть такая широкая. Мы можем подумали даже, может быть, еще и больше так вырезать пластину, потому что давление будет на резинку сильное. Так, дальше, вот я колеса скрепил между собой 8 болтами, 8 здесь болтов по кругу, потому что поначалу я сделал 4 болта, но когда я повесил, слишком большое расстояние до болтов, и здесь получалась у нас дырка, и видно было, что хорошее давление идет на резину. Сейчас даже если вот поднимать, да, по кругу, то есть они колеса между собой хорошо сцеплены. Так, соответственно, тут стягивал я у нас ключ на 13, головка на 13. Дырки я просверлил буром, делал. Первый я намечал, получается, у нас бур на 6. А потом я делал бур на 8. И вот вначале я даже сделал 16-м буром, потому что очень тяжело через резину болт продавить. Ну, так постарался, сделал. Угу. Так, потом у нас, соответственно, здесь крючки, на что будет вешаться. Ну и потом, для того, чтобы утяжелить саму грушу, я сделал такой крест, просто с деревяшками, да, вот она вот такая, да. Крест сделал, положил. То есть можно бросить туда мешок с песком, и будет оно еще тяжелее, да, чтобы сильно не разбалтывалось. Так, все я сказал. Сейчас будет в ускоренном темпе, в ускоренном виде, как я это собирал. Ну и сейчас придет помощник, и мы повесим, и я покажу, как буду по ней бить. Вообще хорошая штука для наработки хороших ударов, потому что идет амортизация. Надо хорошо сжимать кулак и ставить удар акцентированный. Ну и, во-первых, не жалко повесить на улице. Дождь, снег, слякоть, вообще не важно, что будет висеть там долго. Вот, и можно бить. Хоть что с ним делать. Кажется, все сказал. Ничего не забыл. Все, давайте, всем желаю удачи. Ребят, давайте делайте, вешайте во дворах и бейте. Нарабатывайте хорошие удары. Самое геморное занятие. Неудобно положение. Крутить это. Вот болтами соединил. Сейчас будем дальше соединять. Берем ключ на 13, отвертку, вставляем ушко, находим и просто вращаем, и затягивается. И не надо ничего нам придумать здесь. Очумелые ручки от Андрея Басынина. Класс! Я утяжелил его.
А, закинул старые болгарские мешки. Самодельные. Не зря, да, мы, Леша, поработали? Конечно, не зря. Всего молодцы. Благо.